На Всероссийском научном форуме молодых ученых «Наука будущего, наука молодых» объявили победителя конкурса на получение мегагранта. Ученые защитили свои проекты и получили финансирование. О своих исследованиях и разработках иностранные ученые рассказали студентам и молодым специалистам. Задача форума – привлечение студентов к решению актуальных современных научных задач. Здесь ученые поделились своим опытом с молодыми специалистами на сессии «Наука о жизни и медицине». Когда каждый ученый занят какой-то своей узкой тематикой, он находится в своей лаборатории большую часть своей жизни. И чтобы не происходило замыкание этой системы, для того, чтобы ученые узнавали много новой информации, самый лучший способ – это живое общение. И нет ничего лучше, чем поехать на конференцию, услышать замечательные доклады, посмотреть постерные сессии. Напомним, что послушать лекции ученых может каждый желающий на форуме «Наука будущего» до 23 сентября. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюз.